Всем привет! Сегодня уже были награждены школьники-медалисты. И сейчас идет вручение дипломов выпускникам Института леса и природопользования. Как вы написали свой диплом? Какие чувства вас одолевали в этот момент? Было чувство, как бы успеть сделать этот диплом ко времени, чтобы все было четко. В итоге все волнение ушло назад, все пошло как надо. У меня не было стресса. Диплом писался настолько хорошо, то что прям с языка слетали слова на компьютер. Информация собиралась еще за год, получается, а дел собирался диплом уже за 2 месяца. Но вы довольны своей работой дипломной? Да, конечно. Ну, было потно. Написал на 5, вроде как. Комиссия заценила. Ну, где-то возникали трудности, но в целом все прошло хорошо. Скажите, что вы думаете об учебе на Институте леса и природопользования? Учиться было здорово, очень весело. Ну, конечно, и трудно учиться, а так все отлично. Приходилось очень сильно стараться и это сдавать. А ваше положение старосты в этом деле как-то помогало вам? Возможно. А ты помнишь свое посвящение в студенты? Да. Оно хорошо прошло у вас? Хорошо. Очень много пьянок, разврата и денег было. Как прошло ваше посвящение в первокурсники? Отлично. Вот с самого посвящения там такое началось. Скажи честно, ты этот пиджак у какого-то другого староста отжал? Нет, это мой. Это как такая фишка. Где лучшие парни? На ЕЛП. Я так-то с РТФа. Подскажите, будущим первокурсникам, чего бы им такого нужно знать, чтобы все у них было хорошо, как у вас? Чтобы они не прогуливали, самое главное, и все будет хорошо. Учиться было легко, просто и с удовольствием. Очень качественные преподаватели, очень грамотно построен обучающийся процесс. А все остальное – это уже само закулисье студенческой жизни. Где самые лучшие девушки в институте? У нас. Всем пока, друзья! Увидимся на вручении дипломов выпускникам факультета социальных технологий. Удачи!